целиком и полностью из любви. Почти забытое, но по-прежнему важное. Из-за него я сейчас все вспомнила. Потому что здесь я первая. А? Эй, ребят, я думаю, что у нас проблемы. Видишь, я же говорила, что нужно убить демона! Что случилось? Откуда взялась пыль? А вот и ты! Это означает, что вы начали вечеринку без меня? Тебе так не кажется? На самом деле, не так трудно было найти тебя с такой высокой концентрацией решимости. Так что, значит, все они снова живы? О, Чара! Сейчас ты видишь мое удивление. Я хотел пригласить тебя на нашу вечеринку истинной дружбы. Да, именно так. У нас всех было не очень хорошее начало. Может быть, ты должна попробовать еще раз поговорить с ними и рассказать свою историю. Они поймут. У тебя был шанс уничтожить их всех, но ты отказался. Я давала тебе шанс убежать, но ты отказался. Потом у тебя была возможность сотрудничать со мной. Но ты отказался. Я больше не могу понять эти действия. Видимо, существует причина, по которой ты по-прежнему следуешь за мной и крушишь мои планы. Ты охвачен извращенной сентиментальностью. Что не так с тобой? Я думал, что ты потеряла свои силы, и мы теперь друзья. Почему ты снова злая? Вот что я и пытался сказать тебе все это время, малыш. С кем ты разговариваешь? Я вижу что-то, но я не вижу ни одного человека. На этот раз я убью вас еще медленнее и болезненней. Вы будете страдать, пока не умрете. А затем я захвачу власть над миром. Альфис, давай покажем ему, что его друг не человек. Готовь ядовитые стрелы. Да! А теперь смотри, человек. Если она не демон, то умрет очень быстро. Это, наверное, шутка? Но я не понимаю. Я был настолько уверен, что мой план сработает. Я думал, что все мы могли бы стать друзьями, а потом все сбросить и начать сначала, без вреда для кого-либо. И я был уверен, что она не демон. Ребята, я не думаю, что это подходящее время для болтовни. Может быть, сейчас мы должны попытаться сбежать? Как? Почему мы должны бежать вместо того, чтобы бороться с этим монстром? Сейчас мы должны думать о других. Если мы задержимся, то все они будут убиты. И поэтому мы должны придумать план получше. Ох-ох, я надеюсь, что я не слишком тяжелый для этой штуковины. Я всегда говорю, чтобы ты не ел все, что ты видишь. И когда ты наконец перестанешь жрать, из-за тебя этот череп может разрушиться. Я, великий Папайрус, могу сказать, что этот корабль полностью безопасен. Вот лох! Ты это серьезно? Просто заткнись уже! Что ты собираешься делать? Плыть за нами? Андайн, пожалуйста, прекрати это. Приз, ты действительно думаешь, что сможешь спасти мир в то время, когда убегаешь? Сначала ты превратился в интригана, а теперь еще и боишься встретиться со мной? Я ни за что не позволю вам сбежать. Думаете, что вы сможете сбежать, используя реку? Что за комедианты? Caught you in my spider dance. I knew your heart could never stand a chance. Got your marionette strings in my hands.